Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу сагу Застургов. Геноцидим мы сегодня ботаницев. Поднабрали мы немножко влияния. Я думаю, может, попытаемся сейчас собрать какую маломайскую армию, захватить какую-нибудь замочек типа этого. У нас тут у самих 260 воинов, поэтому в принципе нам должно хватить. Так, по дипломатии у нас война с Ботанией, 9400 на 1900, что не может не радовать, поэтому пробуем собрать армию. Что у нас тут осталось? 4 дня, 2 дня, тут особо выбирать не с кого. Берем все, что осталось. Пробежимся по кругу, потому что... поищем, по кругу озера пробежим. Посмотрим какого-нибудь лорда. Поймать, пока наши сходятся. Так, пока наши сходятся, пробежимся. Потому что Вландия уже хорошо забирает их территории. А вот и лорды. Идите сюда. Девяносто восемь мародеров. Как... вот они армию тоже собирают. 260 на 266. Сейчас зарубимся. Только не ночью, только не ночью. Ну, успей, успей, успей. И не в деревне, нет. Не ночью и не в деревне. Не ночью и не в деревне. Так, ну уже рассвет. В принципе, догоняем. Можем с перевесиком еще взять всадников с лучником. И догнать. Ну-ну-ну, давай. Есть. Вот это будем сейчас геноцидить армию ботаницев. Не даем мы им вообще подсобраться. Никак. Так, пехота в низинку. Лучники. Кавалерия, заходим с фланга. Но они на нас не пойдут, да? Ничего себе, арбалетчики даже до кого-то достреливают. В кого вы там стреляете? Так, ребята, ну, пойдемте все за мной. Есть тут одна проверенная штучка. Называется холмик. На нем мы закрепимся. Так, кавалерия... раз вот сюда встаньте. Лучники сюда. Пехота вот так. И пока вы все соберетесь, я даже, может, пойду кого-то пристрелю. Смотрим, лучники. Мазила. Вот, есть, убил ботанического новобранца. А вот и вражеские лучники. Попал. Убил. Хорошо.
Хорошо пристрелялся. Я смотрю, мои лучники начали уже достреливать. Хорошо, накидываю. Так, тут конница не подошла. Так, пехота, стена щитов. Хорошо, голову снял навесиком. Еще минус один лучник. Да я сегодня снайпер. Есть. Мазила. Хорошо. Так, пошли, пошли, да? Пошли. Пехота стоит, конница стоит. Не спешат они. Хорошо, попал. Есть, лучника снял. Закончились у меня стрелы. Так, ух ты. Какой ты смелый. Так, все в атаку. Переходим. Есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, я тут сейчас еще и получить могу. Так, пехота, водный строй. И вот так вот. Атаку жмем, жмем. Так, какой-то беженец. До свидания. Ну, осталось их процентов, может, 10. Всего. Может, даже меньше. Эх, не успел. Это не глуп всадник был. Все. Победа. 25 человек. 25 человек потеряли. Придется по деревням восстанавливаться. Так, 13 сразу пополнили. Зато 34 прокачали бойца. Отлично. Так, что у нас по пленным? Пленных 63 человека. Так, смотрим, что-то интересненькое, если есть, возьмем. Так, набирать не будем. Так, наши стурги. Стурги в приоритете забираем. Так, элитный имперский катафракт. Заберем себе его. Так, все, хватит нагребать еду, лошадей. И ребятам еще 18500 на опыт. Раскинули, еще получили 17 улучшений. Наши осадили Марунат. Вот тут ботанистый лорд бьется с разбойниками. Когда он их дернет. Эх, успел, успел, успел. Давай, 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 заводи, 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 заводи. Есть. Так, ну, ради 22 я грузиться не буду автобоем. Пройдемся. Даже убил у нас бойца. Какой злой.
наемный лорд. Так, забираем. С пленных забираем. Возьмем вот этих мощных ребят с собой, имперских. Еду забираем. Нам сейчас армию кормить. Лошадку, все остальное на опыт. Так, отлично. Деревни. Пройдемся по деревням, доберем народу и пойдем осаждать замок. Еще одна ботанистская армия. Так, враждебное действие. Нету тут никого взять. Зато с пленных переходят потихонечку люди. Ну что, еще одну ботанистскую армию. Да, я ее не догоню. 4-4-4 у меня. Я ее не догоню. Так, враждебное. Тут тоже ничего нету. Выбрали все в армию ботаницы. Так, враждебной нету. Там не может быть же, мне еще чуть-чуть. Вот. 64 и ночь. Так, без потерь, ночью не снимаем. Пленных крестьян мы не берем. Прокачали бойцов. На опыт еще раз дали. Продолжить. И 12 ботаницев забрали. Все, полный набор у нас. Отлично. Я готов осаждать замок. Так, а что с едой? Купить товары. Зерно. У меня много зерна. Хватит, чтобы осады продержать. Так, и пойдем вот сюда, куда-то так вот сдалека зайдем. Вот в этот замок. У меня еще два лорда должны подойти. Не, не буду возвращаться. 192 защитника, как раз нормально, я думаю, мы этими малыми силами должны замочек забрать. Пошли требушеты. ...190 защитников. Наши раненых еще 17 человек. Я думаю, будет отлично. Так, медленно строят они катапульты, как и мы. Маленькая армия. О, пришел еще красавец, нас уже 500. Первая требушетинка готова в резерв. Какой? 183. О, это ко мне. Да-да-да, заходи. Во, а тут теперь пойдет строительство быстрее. И замок возьмем с меньшими потерями. Есть вторая. Кто объявил войну? Пентан из Северной Империи объявил на войну. Блин, это плохо. У меня там замок, точнее город возле Северной Империи. Так, заканчиваем с ботаницами. И нужно будет передвигаться в сторону Империи. Третья готова. Так, а сколько катапульт стоит? Тоже три. Раз, два, три. Мы устроим дуэль между катапультами и требушетами. Так, выкуп отклонить. И четвертая как раз достроилась. Эти три уже уничтожили катапульты. Начинаем долбить стены. Народу тут 187. Отклонить. Так,
Стены почти рухнули. Первая готова. Ну-ну-ну-ну-ну. Есть. И как раз утречко. Последнее приготовление. ...266, не буду добирать трех, если вдруг погибнут после боя, тогда их уже и возьму. Так, возглавить штурм. Тут-туру-тут-туру-тум. Так, отлично. Раз. Два. Начинаем расставлять бойцов. Так, соточка пойдет сюда. Прикрытие лучники. Так, это не лучники, эти пойдут. Так, ближайшая вот здесь. Лучники сюда. Лучники сюда и лучники сюда. Отлично. И все в атаку. Так, извиняюсь, понеслась. Так, аккуратно, вижу лучников. И лучника уже нет. Еще минус один. Ух ты. Показалось. Зашли наши уже на территорию замка. Уходят, уходят, уходят. Не дадим никому уйти. Все, победа. Одного человека с отряда потеряли, 7 с армии. Так, пленных тут вот этих возьму, ребят. Трое на улучшение. И доберем одного из плена. Вот этого всадника мне нравится. Так, полный набор отряда. Еды нету, раздаем ребятам. Разграбить всю крепость. Выходим, 600 человек у нас. Смотрим. Моя эпикратея объявила нам войну. Кто? Вот она. Так, империя объявила нам войну, да? Северная, как раз возле Пикартеи. Надо возвращаться. Бросаем все. Кстати, сейчас наши пока буду идти, посмотрю, должны захватить какой-нибудь город. Какой-то. А этот, может, даже поучаствуем. Сейчас давай сюда поможем им. Все, осадили Ампреллу. Имперцы. Так,
Ребята, вы тут уже атакуете. Давай двумя армиями ударим. Так, за замок. Надо замок кому-то передать. Далеко он. Ну, тут за меня, в принципе, никто и не голосует. 14. 30 с этим, 10 с этим. Не вытащу ему. Вытащу на 1%, да? Ну, давай попробуем. Эх. Не хватило. 1% сильно мало, чтобы ему перетянуть. Потратил только очки влияния зря. Так, ну что ты атаковать собираешься, город? Давай, идите в атаку, я помогу. Отклонить. Давай быстрее, там наши города уже имперцы грабят. Будем заключать с ботаницами мир. Заберем этот город и заключим с ними мир, а? Ну, переходите в атаку, ну что вы стоите? Блин, ссыку. Так, смотрим. Времени потратили на него. Если мы заключим мир с ботаницами, будем получать 2200. 14% всего людей хотят заключать мир. Я не вытащу голосование. Так, что у меня улучшилось? Лидерство у меня улучшилось. Отлично. Ополчение имеет 20% шанса появиться с более опытными войсками. Увеличивает прирост боевого духа от побед на 20. Увеличивает размер гарнизона на 20. Вы можете превращать бандитов в регулярные войска. Полезный навык, конечно, бандитов в регулярные войска. И размер гарнизонов на 20 тоже было бы неплохо. Но увеличивает прирост боевого духа. Да, у меня 100 боевой дух. Наверное, все-таки возьмем гарнизонов на 20 больше. И бандитов рекрутировать, да? Да. Так, Амбрелла, Амбрелла. Очень далеко Амбрелла. Поэтому вот этот замок меня смущает. Возле моего города надо им заняться. 381 защитников. Мы бы вот вдвоем бы разорвали. О, какой-то наглец пришел грабить мою деревню. А ты вообще прям молодец такой, прошел мимо него. Иди сюда. Все. Он уже разошелся. В скорости уйдет, уйдет, уйдет в замок, да? Там мы тебя зажмем. Нет. Так, держитесь, ребята. Ну не сливайтесь так рано, ну что такое? Да развернись. Ну давай, догони его. Вот это вот называется побегай по карте. Ну, есть, наконец-то. Так, сдавайся. Не хочешь ты сдаваться, да? В принципе, надо было, наверное, автобоем и не морочить с ним голову. Тем более, еще и в деревне. Так. Пошли в атаку. Некогда нам. Еще и ночью. Что я вообще молодец, да?
принципе, можно же отступить. Не перепрыгнул. Ах, еле перелез. Чтобы этот вечный бой не делать в деревне еще и ночью, мы же можем спокойненько отступить, да? Хотя мы и там нормально ищем. Ну да, дошли так нормально, их режут, в принципе. Итак, хорошо. Не будем уже. Зашел так зашел. Не так-то оно и темно, ну, зимним вечером. Так что да. Пошли, пошли, ребята, давайте заканчивайте с ними, там их осталось совсем чуть-чуть. Сколько вражеской кавалерии полягло. И победа. Одного потеряли. Да, теперь ты будешь в плену. Вот сейчас мы... А, тут в принципе... Сейчас посмотрим. Может, кого-то взяли этот навык. Теперь мародеров можем делать... имперскими солдатами. Так, ну сейчас мы скинем этих мародеров, оставшихся 6 человек, вот так вот, и возьмем лучше 6 лучников. Вот, еду забираем, лошадей на 3000 на опыт. И идем осаждать замок. Так, не буду я их гонять. Отлично, там в замке сиди. Ну да, сиди, 488. Если бы он вышел, было бы, наверное, получше. Наш замок осадили с той стороны. Ладно, выходи. Выходи из замка. Вот так, вот да, вот так. Опять в замок зайдет, да? Нет, не зашел, не зашел. Проходи, проходи мимо. Вот, отлично. Блин, другая зашла. Ладно. Что ж мы. Не стурги, честное слово. Не разобьем. Так. Это нам не надо. А вот это нам надо. Сплоченность падает. Чуть дотянем. Кто-то освободился из ребят поближе. Два дня. Один день, иди сюда. 10 часов, 18 часов. Давайте, ребят, подтягивайтесь. Штурманем замок. Не дают моему подкреплению подойти. Так, первое готово. Вторая требушетинка почти готова. Да что ж ты будешь делать? В резерв.
Так. Третья готова. Четвертая пошла. Давай, начинайте. Начинаем долбить. Сейчас четвертая подтянется. Полегче станет. Поехали, поехали, поехали. 777 против 444 было только что. Главное стены проломать, а там дальше дело техники. Вот уже 800. Так, одна стена готова, вторая готова. Снимайте катапульту. И начнем. Последнее приготовление. Завершить 11 человек я доберу, я думаю, сейчас будет тяжеловато нам. И возглавить штурм. 820 подобралось у меня народу. Имперцы так просто не сдадутся. Так, первый разлом, вот он. Куда можем поближе поставить? Есть. Так, лучники в прикрытие. Третий отряд. Где у нас второй разлом? Вот он, да? Пролом. Вот сюда. Лучники. Прикрытие. И сюда сейчас лучников в прикрытие дадим. И начнем. Поехали, ребята. Будет тяжело. Так, захода тут нет. Выйдем. Лучники меня сейчас быстро тут напихают. Блин. Интересно, можно залезть сюда? Можно. Вот это я удачненько залез на. Тихо. Хорошее место. Так, наши в городе уже. Мазила. Так, и по лучникам, да? Минус один. Зацепил. Убил. 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 Хорошо. Молодец, молодец. Давай спустимся. Да что ж, я не могу его даже ударить, а? Ah!
так вот. Ух. Даже поднапрягся немножко. Сейчас помогу, ребята. Шо-шо-шо, голову целю. О. Хорошо. Держись, держись, держись. Убиваем тех, кто в доспехах. Это какой лучник, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где тут можно залезть обратно? Пойдем с ребятами. Вперед, вперед, вперед. Победа, отлично, штурм. Молодцы. 12 человек потеряли с отряда, 59 с армией. Но замок взяли. Так, тремя. А что такое? А, у меня полный набор, я ж брал с пленных. Это хорошо. Так, заберем прокачанных имперцев в плен. Хотя даже нет, заберем всех в плен. Там мой город рядом. Сейчас туда сбегаем, отдохнем немножко. И заодно пленных продадим. Так, тут даже еды было немного. Лошади забираем. Это на опыт. И на 11 тысяч еще так. И разграбить все. Ух ты, ничего себе, ты тут армию подсобрал как раз. Так, ну а что с ней делать, это мы уже будем думать в следующей серии. А на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки и до новых серий.